Истории игрушек. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ох, горячий. Надо подлить холодной водички. Вот теперь хорошо. Какой сегодня спокойный денек. Как хорошо пить не спеша чай. Ага, вот и Миша. Сейчас я его напугаю. Бабах! Ой! Что, страшно? Маша, нельзя так делать. Из-за тебя я чай пролил. Ничего, нальешь другой. Пока! А такой спокойный день был. Эх. Мои цветочки, любимые. Какие вы красивые. Пейте, пейте и растите стройными. Вот ты где, Мишка? Сейчас я тебя напугаю. Бабах! Ой-ой! Что, испугался? Маша, я просил тебя не пугать меня. Посмотри, что ты наделала. Все цветы пропали. Не хочу даже разговаривать с тобой. Эх, какие красивые цветы были! Где же Мишка? Сейчас я тебя найду! Здесь нет. И здесь нет. Где же он? А, он спит. Сейчас тихонечко подкраду. Маша, я тебя просил не пугать меня. Что ты наделала? Сломала будильник. Зато теперь ты будешь настороже и не будешь меня пугаться. Маша, пугать людей – это не игра. Ну вот, точно сломала. А мне еще 2 часа спать можно было. Где же Мишка? Наверное, спит. Ой, нет Мишки. Наверное, спрятался. И здесь его нет. Странно. Но ничего, я его здесь подожду. Эх, хорошо, удобно. Бабах! Ой, Миша, ты зачем это? Я же испугалась! Да, а я думал, что ты никогда не пугаешься. Теперь ты понимаешь, как мне было страшно. Я поняла. Прости меня. Хорошо,
Слазь со стола. Будем пить чай. Ура! Истории игрушек. Цирк, цирк, цирк. Цирк, цирк, цирк. Цирк, цирк, цирк. Цирк, цирк, цирк. Мишка, привет! А что ты делаешь? О, это волшебный ящик. Я же когда-то в цирке работал. Эх, было время. Ты в цирке работал? Ух ты! А покажи фокус. Ну, я уже позабыл все. Это было давно. Мишка, ну покажи! Ладно, усаживайся поудобней. Ага! Я готова! Дамы, господа и Маша! Сегодня в нашем цирке старая, но очень интересная программа. Перед вами знаменитый фокусник Михаил Потапович. Ура! Ура! Обратите внимание, что в этом простом ящике ничего нет. Сейчас я произнесу волшебное слово, и там что-то появится. Давай, давай! Итак, внимание! Ахалай, махалай! Трах-тибидох, тибидох! Теперь посмотрим. Ой, не получилось! Наверное, зритель не верит в чудеса. Тебе, Маша, надо сильно поверить, и произойдет чудо. Ты готова? Да! Да, готова! Тогда смотри. Ахалай, махалай, трах, тибидох, тибидох! А теперь что там? О, вот это да! Странно. Как там оказался будильник? Я думал, там окажется Белочка. Сейчас попробую еще раз. Ахалай, махалай, трах-тибидох, тибидох. Тьфу, ты что, старый? Совсем спятил? Тьфу, я думала, с фокусами покончено, а ты за старое. Я не хочу больше принимать участие в твоих фокусах, так и знай. Ох, наверное, я старый для фокусов. Маша, иди домой, мне сейчас не до игр. Мишка, ну что ты? Ты не старый. Да, Белка права. Я уже стар для фокусов и всего, что связано с цирком. Глупости! Белка всегда бурчит. Не обращай внимания. Но я все равно хочу побыть один. Иди, пожалуйста, домой. Ну хорошо, Мишка. Мишка! Мишка! Покажи фокус! Что такое? Кто меня зовет? А, это вы? Что вы хотите? Мишка, покажи нам фокус, пожалуйста. Я не фокусник уже. Идите домой. Нет, мы не уйдем. Нам Маша сказала, что ты суперартист, и мы не уйдем, пока ты не покажешь фокусы. Ах, Машка-болтушка. Ладно, но это в последний раз. Ура! Мы готовы!
«Дамы, господа и лесные звери!» «Сегодня в нашем цирке старая, но очень интересная программа. Перед вами знаменитый фокусник Михаил Потапович!» «Ура! Ура!» «Обратите внимание, что в этом простом ящике ничего нет». А сейчас я произнесу волшебное слово, и там что-то появится. Давай! Давай! Итак, внимание! Ахалай-махалай, трах-тибидох-тибидох! Теперь посмотрим. Ой, не получилось. Наверное, потому что зритель не верит в чудеса. Вам, зверята, надо сильно поверить, и произойдет чудо. Вы готовы? Да! 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 Ахалай-махалай, трах-тибидох-тибидох! А теперь что там? Ой, как ты там очутилась? Не знаю. Наверное, ты перенес меня сюда. Вот это да! Ну и фокус! Мы ничего подобного не видели! Мишка, пообещай, что будешь нам показывать фокусы каждое воскресенье! Кажется, я знаю, как ты там оказалась. Я просто поверила в чудо. Я согласен. Только при условии, что Маша будет моей помощницей. Я согласна, согласна! Договорились. Тогда, дорогие зрители, приходите в следующее воскресенье. Вас ждет новая фокусная программа. Ура! Ура! Мы обязательно придем! Истории игрушек. На-на-на-на, на-на-на-на, рыба, рыбалочка моя. Эй, Мишка! Рыба, рыбалочка, рыбалочка моя, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, Маша, ты чего подкрадываешься? Привет, Миша, куда собираешься? На рыбалку. Ой, Маша, не пугай так. Мишка, возьми меня с собой. Нет, Маша, у меня отпуск, и я хочу его провести в одиночестве. Не обижайся. Мишка, ну пожалуйста. Нет. Тогда я заплачу. Плачь, я все равно уеду. Ах так, я все равно поеду с тобой. Наконец-то! Свобода! Рыбалочка, рыбалочка моя. Рыбалочка, рыбалочка моя.
Ну, ловись, рыбка. Большая и маленькая. Что? Кто здесь? Я. Я же просил тебя остаться дома. Я хотела с тобой. Ладно, гуляй, только мне не мешай. Хорошо. Опа! И что на этой рыбалке делать? Пойду, что ли, камни в воду побросаю? Маша, что ты делаешь? Я же просил не мешать. А я и не мешаю, просто камушек бросила. Нельзя в воду камни бросать. Ты всю рыбу распугаешь. Хорошо, не буду. Что это? Паска, паска, получись. А если не получишься, я тебя... Маша, что ты делаешь? Паску. На рыбалке нельзя шуметь и кричать. Рыба испугается. Прости, больше не буду. Ох. Фух, успокоилась. Мишка, Мишка, дай порыбачить. Маша, я хотел порыбачить один. Без тебя, понимаешь? Я только хотела побыть с тобой. Ты опять? Ладно, Маша. Прости, что я накричал. И ты меня прости, что не послушалась тебя и поехала в кузове. Поехали домой чай пить. А рыбалка? Завтра приедем. Ты все равно всю рыбу распугала. Ура! Ура! Мы завтра приедем! Миша, а ты дашь мне привычить? Не знаю, но знаю, что сейчас ты можешь сесть на сиденье, а не ехать в прицепе. Значит, и порыбачить дашь? Ну, посмотрим. Ура, ура, я завтра на рыбалку! Истории игрушек. С днем рождения, Маша! С днем рождения, Маша! Там-там-там-там-там, та-та-та-та-та-там, там-там-там-там-там. Привет, Мишка! С именинницей тебя! Спасибо! Клади подарок за кресло и прыгай на второй этаж. Там-та-та-та-там, там-там-та-та-там. На-н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 а. На-на-на-на-на-на. Мишка, привет! С именинницей! Я успел? Привет, успел. Клади подарок за кресло и прыгай на второй этаж. Как я люблю сюрпризы! С днем рождения! На-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. А Маша скоро будет? С минуту на минуту. Прыгай на второй этаж. Я мигом!
я успел? Сюрприз еще не начался. Скоро начнется. Клади подарок за кресло и прыгай на второй этаж. Ага. Маша идет! Мы готовы! У меня день рождения! Ла-л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 а! Сейчас меня поздравят друзья! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Она уже близко! Все готовы? Да! Хорошо, я иду к вам. А где все? Мишка! Лисенок! Олененок! Белка! Странно. Пойду поищу. Никого нет. И здесь никого. Только пчелы гудят. Никто не пришел. Все про меня забыли. С днем рождения, Маша! Ой, кто это? Это мы! Будь крепкая, как орех! Пусть жизнь твоя будет сладкой, как торт! И никогда не забывай своих друзей, как грибы не забывают грибницу! С днем рождения, Машенька! Ой, как приятно! А это тебе! Ух ты! Ура! Ура! Какие классные подарки! Еще раз все вместе! С днем рождения! Истории игрушек. Hello, how are you? Hello, how are you? I'm fine. I am fine. Мишка, привет! Давай играть. I do not want. Чего? Я изучаю английский язык. А зачем? Каждый умный мишка должен знать английский язык. Ну, я не мишка, поэтому мне это не надо. А еще ко мне в гости приезжает подруга из Англии. Ой, как интересно! А научи меня, я тоже буду с ней разговаривать. Ты же не хотела. Ну, пожалуйста! Ладно, давай попробуем. Ура! Я буду знать английский язык! Не торопись, его за 5 минут не выучишь. Это cup. Повтори. Куб. Нет, cup. Куб. Ну, ладно, почти похоже. Пойдем дальше. Давай попробуем познакомиться. Повторяй. Hello, my name is Маша. Хелли Мунама из Маха. Нет. Hello, my name is Маша. Алоха, манима из Маха. Это безнадежно. Что? Говорю, что учить тебе еще долго английский. Hello, Мишка. Hey, Bella. I'm glad to see you. Мишка, какая она красивая! Hello, girl. What's your name?
Она спрашивает, как тебя зовут. Лоха, манима и зимаха. What? Я не знаю английского языка, но я очень хочу с тобой поиграть. Маша, она тебя не понимает. Я немного говорить по-русски. Как тебя зовут? Меня зовут Маша. Я тебе предлагаю поехать покататься и заодно выучить немного английского. Ура! Я согласна! Поехали! Хеллоу, Мишка! Маша, ты говоришь по-английски? Yes, a little. Чудеса! Лошадка, как ты это сделала? Ничего удивительного. Просто рассказала Маше, как важно знать английский язык. Да, и теперь, Мишка, я буду его учить с тобой и стану грамотной и умной. Истории игрушек. Опа! Ух! Привет, зверята! Во что играете? Мы прыгаем через пенек. Давай с нами! Ой, как скучно! Давайте лучше играть в цирк! А как это? Я только что по телевизору видела, как в цирке дрессировщик дрессирует зверей. А что мы будем делать? А вот что. Лисенок, а ну-ка перепрыгни через пенек. Оп! Бельчонок, и ты перепрыгни через пенек. Вах! Олененок, а ты запрыгни на пенек и спрыгни с него. Опа! А это даже интересно. И мне понравилось. Давайте играть в цирк. О, я очень рада. А теперь, мои зверьки, бегом друг за дружкой вокруг пенька и вот этого дерева. Ой, как строго. Бегом. Ого. Хорошо. Быстрее, еще быстрее. Хорошо. А теперь бегом к Мишке. Он должен участвовать в моем цирке. За мной. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Красивые цветочки. Ла-ла-ла-ла. Мишка, привет! Привет, Маша! Миша, мы играем в цирк. Слушай мою команду. Бросай лейку и сейчас же притащи мне банку варенья. Почему это я должен делать? Я с вами не играю. Как это? А вот так. Я занят. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Ах так! Звери, стройтесь в ряд! А теперь нападайте на Мишку! Но Маша, он наш друг! Ну и что? Он не хочет с нами играть! Это он с тобой не хочет играть! Замолчи, а не то худо будет! Вперед на Мишку! Хорошо, хорошо, только не кричи. Пошли, ребята. Беги, Миша, пока мы на тебя не кинулись. Зверята, вы чего? Это же я, Мишка.
Мы слушаемся Машу, и сейчас мы на тебя нападем. Ой, по-моему, вы не шутите. Вперед за ним! За мной, зверята! Где же Мишка? Ага, вот же он! Ой-ой-ой! Мишка, от нас не убежишь! Ага, попался! Сейчас я вам устрою цирк. Окружите его! Вот он! Я его нашел! Зверята, предупреждаю, не подходите! Вперед! Ах так? Ну, держите! Кому еще водички? Ой, ой, ой. Маша, я ведь предупреждал тебя. Маша, успокойся. Ты заигралась, и мне пришлось тебя облить. Понимаешь? Машенька, что же с тобой делать? О, придумал! Маша, вот варенье. Будешь? Нет! Я, кажется, знаю, чем тебя успокоить. Маша, вот, смотри. Ух ты, Мишка, смотри, эта девочка на меня похожа. Фух, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Истории игрушек. Вкусный чай. Мишка, ты, конечно, меня извини, но надоел мне твой чай. Хочется компота. Да-да, клубничного компота. Для компота нужна клубника. А разве у тебя нет? Нет, но ты можешь вырастить сама и сварить клубничный компот. А как? Очень просто. Иди к своему огороду, я привезу саженцы клубники, и ты ее посадишь. А когда она вырастет, сваришь компот. Ну, это же так долго. Тогда пей чай. Не хочу чай. Хорошо, вези клубнику, я ее садить буду. Вот саженцы. Бери и сади. Тю, это запросто. Сейчас. Почему она не садится? Потому что ты ее неправильно садишь. Попробуй перевернуть.
конечно! Как я не догадалась? Вот, я мигом! Готово! Ну ты и шустрая! А ты думал? А теперь что? Ждать, пока она поспеет. Ну это долго. А ты думала, компот сам вырастет? Везде нужен труд. Но ведь ты же чай просто так пьешь. Я его покупаю у оленей, которые его выращивают. Понятно. Пошли пить чай и ждать, пока вырастет клубника. Ну, пошли. Ах, хорошо. Мишка, получилось! Что получилось? Вырастить клубнику! Молодец! А теперь вари компот. Ну как? Эх, молодежь, пошли покажу. Да, пошли, пошли! Ты иди, а я дрова захвачу. Договорились. Ну, и что делать дальше? Клади клубнику в котел. Поняла. Сейчас разведем костер. Вот теперь клубника сварится, и компот будет готов. Ура! Какой вкусный компот! Да, Маша, ты молодец. Это тебе спасибо. Теперь я понимаю, если чего-то хочется, надо потрудиться. Истории игрушек. Йоп. Ох, хороший чай. Да, горячий. Йоп. Ароматный. Да, как конфета. Маша, давно хочу тебя спросить, кем ты хочешь стать? Придумала! Птицей! Это невозможно. Но я хочу! А может, ты хочешь стать принцессой, например? Вот это точно невозможно! Почему же? Многие девочки хотят стать принцессами. Потому что у нас не монархия, а принцессы живут в Англии. Это же просто! Раскрыла крылья и лети! Сейчас я тебе покажу. Не получается. Маша, люди не умеют летать. Садись пить чай. Надо забраться повыше. Маша, ну что ты выдумала? Сейчас. Вот сейчас я полечу. Просто нужен разгон. Маша, не выдумывай. Сейчас же слазь. Не бойся, Мишка, я полечу. Опа! Ой!
А почему я не полетела? Потому что люди не летают. И ты чуть не разбилась. Хорошо, что я вовремя кресло подставил. Нет, есть другая причина. Пойду я домой, подумаю. Хоть бы спасибо сказала. Спасибо! Ла-ла-ла, мои любимые цветочки. Ла-ла-ла. Мишка, я поняла, почему у меня не получилось в прошлый раз летать. Я не смогла создать сопротивление ветра. Вот, смотри. Маша, какое сопротивление? Я думал, ты уже поняла, что люди не летают. Еще как летают. Вот, сопротивление. Маша, не надо. Я забыл тебе сказать, у меня есть сюрприз для тебя. Слазь. Мишка, отойди. Маша, ты опять чуть не разбилась. Чего ты ворчишь? Ну не разбилась же. Ты грубиянка и неблагодарная девочка. Я для тебя сюрприз приготовил, а ты... Мишка, ну не обижайся. Прости меня. Ты же сам спросил, кем я хочу стать. Вот я и решила, что птицей. И с этим связан мой сюрприз. Пошли за мной. Пошли. Вот, Маша, на самолете люди могут летать как птицы. Ух, точно! Как я не догадалась! Чтобы летать, ты можешь стать пилотом. Да, я хочу быть пилотом. Вот это мечта. Уважаю. А теперь полетели кататься. Садись в самолет. Ура! Истории игрушек. Мишка, ты где? Здесь нет. Наверное, он спит. Мишка, Мишка, вставай! Я поняла, кем хочу стать! Маша, я же сплю. Ты что, не видишь? Да вижу, вижу! Знаешь, кем я хочу стать, когда я вырасту? Не знаю, Маша. Я сплю. Нет, ты не понял, Мишка! Я хочу стать... инженером! Маша, пожалуйста, дай мне поспать. Сейчас, Мишка, я тебе все покажу. Ох, Маша, что ты сделала? Это же моя кровать. Я буду хорошим инженером, правда? Ведь я могу разобрать все, что угодно. Ой, Маша, не надо! Как это не надо? Я же будущий инженер. Я должна знать все. Маша, погоди. Инженеры ведь они создают, а не разрушают. Но прежде чем что-то создать, надо понять, как оно устроено.
Маша, это же было мое любимое кресло! Где же я буду теперь сидеть? Соберешь обратно. Хм, столик. Но я не инженер. А я им скоро буду. Интересно, а как устроен столик? Маша, нельзя просто вламываться в дом и все разбирать. Так ты инженером не станешь. Маша, что ты наделала? Ладно, сдаюсь. Делай, что хочешь. Ура! Хм? Здесь все ясно. Так, посмотрим. Ага! Ух ты! Посмотрим! Вау! А что это у нас здесь? Понятно! А это как работает? Вот так! Вау! Понятно! Вот теперь я знаю, как все сконструировано! Рад за тебя. А теперь все это быстренько собирай обратно. Но я не знаю как. А зачем тогда разбирала? Как теперь я здесь жить буду? Ой, об этом я и не подумала. То-то. Сначала научись строить, а потом разбирай. Мишка, прости, я больше не буду. Ладно, пошли кресло чинить. Покажу тебе, как собирать нужно. Ура! Пошли! Эй, ребята, а у вас дома есть что разобрать? Истории игрушек. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вы мои хорошие цветочки. Растите, растите, скоро к вам прилетят пчелы опылять вас. Мишка, а что ты делаешь? Поливаю цветы. А зачем ты поливаешь цветы? Пришла весна. Скоро проснутся пчелы, им нужно будет кушать пыльцу цветов, чтобы сделать мед. А, ты поливаешь цветы для них! Совершенно верно. Пошли на улики поглядим. Может, пчелки уже проснулись? А вдруг они не проснутся? Такого не может быть. Наступила весна, и они обязательно проснутся. Миша, а что ты теперь делаешь? Я слушаю, проснулись ли пчелы. Пчелы начинают гудеть, если проснулись. Нет, еще спят. Подождем. Подождем. Миша, ты где? Странно. Может, на втором этаже? Спит. Устал, наверное. Пойду я за него поработаю. Помогу ему. Растите цветочки для пчелок. Растите сочные и аппетитные. Пойду пчел послушаю. Ничего не слышно.
поможет их разбудить. Вот Мишка обрадуется. Все равно молчат. Может, потрясти? Ничего не слышно. О, а если я их полью водой? Это их должно разбудить. Так они точно проснутся. Вот так. О, проснулись. Надо полить остальные. Вот теперь пчелы проснулись. А теперь летите к цветам. Хм, что-то они не собираются лететь к цветам. Ой, пчелы! Летите на цветы! Ой, они на меня нападают! Ой, Мишка! Мишка! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Пчелы, стоп! Как вам не стыдно гоняться за ребенком? Марш по уликам! А теперь с тобой разберемся. Почему пчелы за тобой гнались? Я их разбудила, а они почему-то погнались за мной. Зачем ты их будила? И как ты это делала? Я хотела тебе помочь и полила их водой. Ха-ха-ха, водой? Ты что, не знаешь, что пчелы не любят воды? Конечно, они на тебя разозлились. Да? Я не знала. Теперь будешь знать, помощница. А за помощь спасибо. Пожалуйста, прости, Мишка. Я теперь буду тебя спрашивать. Договорились. Истории игрушек. Привет, Мишка! Что читаешь? Три товарища. Книга есть такая. Написал ее Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». Про дружбу. Дружба? Хм, не знаю. Я пойду покатаюсь на бульдозере. Можно? Еще узнаешь. Иди, катайся. Ура! Та-та-та-та-та-ра-та-ра-та. Эх! А давай-ка я выкопаю для Мишки сточную яму. Вот. Здесь еще. Подкопаю. И еще здесь. Ой, что-то не так. Ой-ой-ой-ой. Мишка!
что такое. Наверное, тормоза заклинило. Маша, держись, иду. Ой. Стой. Фух, Маша, выходи. Ого, я думала, все. Спасибо, Мишка, ты настоящий друг. Не за что. Но ты все-таки прочти «Три товарища». Там о дружбе. Когда буду такой взрослой, как ты, обязательно прочту. Ох, кто это сделал? Мишка, что случилось? Кто-то уничтожил мой огород. Мишка, не переживай, это всего лишь цветы. Всего лишь цветы? Я выращивал их 2 года. Маша, мне сейчас нелегко. Иди играй с кем-то другим, а я пойду спать. Мишка мне помог, и я ему помогу. Я, кажется, знаю, кто это сделал. Эх, это были мои любимые цветы. Все пропало. Нет смысла. Ты, Мишка, спи, а я все исправлю. Белка! Белка! Чего тебе? Это ты вырвала все цветы у Мишки на огороде? Не рвала я, просто искала орехи. Ты искала орехи и повыдергивала все Мишкины цветы. Что, правда? Правда-правда. А теперь их нужно сажать заново. Да? Я не знала. Пошли, я все посажу на место. За мной. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну вот, теперь порядок. Надеюсь, они приживутся. Конечно, приживутся. Тогда пошли будить Мишку. Сделаем ему сюрприз. А можно я поскочу обратно? Я же виновата. Скажи, что я помогла, ладно? Ладно, скачи. Оп, 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 оп. Мишка! Мишка! Чего тебе, Маша? Мишка, у меня для тебя сюрприз! Маш, я хочу спать! Спустись на минутку, а потом пойдешь спать! Фух, сейчас... Что случилось? Пошли за мной! Ладно. Смотри, твои цветы на месте! Ой, а как это? Чудеса! Маша, как ты это сделала? Это мы с Белкой. Она тут орехи искала, ну и не специально повредила твои цветы. А мы их заново посадили. Спасибо тебе, Маша. Ты настоящий друг. Не за что. А еще я, наверное, все-таки прочту «Три товарища». О чем ты говорила она? О дружбе? Ха-ха, конечно, прочти. И ты поймешь, что мы с тобой настоящие друзья. Истории игрушек. Мои пчелки, мои бедные пчелки. Эх, эх, эх.
Мишка, привет! Что делаешь? Привет. Мои пчелы перестали приносить пыльцу. Эх. А почему? Ведь вокруг много цветов. Дело в том, что это необычные пчелы. Я их привез из Тибета. Они опыляют только особый вид цветков – горный эдельвейс. И что случилось с этими цветами? Их съел кролик. И что теперь делать? Я не знаю. Ох. Я знаю! Мы поедем в путешествие и найдем этот эдельвейс. Эдельвейс. Но как? Моя подруга Белочка поможет нам. Она водит настоящий паровоз и была в разных местах. Ну, если так, тогда скорее пошли. Побежали! Догоняй! Маша, не спеши. Белочка, привет! Привет, Маша! Тут такое дело. Нам нужно, чтобы ты отвезла нас к цветку... как его? Горный эдельвейс. Точно! Я давно этот цветок не встречала. Но я знаю парочку мест, где он может расти. Могу отвезти! Отлично! Поехали! Но я не обещаю, что мы его найдем. Я его давно не видела. Но попытаться стоит. Ну, раз так, тогда садитесь. Поехали! Ура! Попробуйте поискать поблизости. Когда-то я его здесь видела. Хорошо. Идем. Мишка, здесь есть эдельваус? Эдельвейс. Нет, я его не вижу. Я спрошу у оленей. Маша, подожди меня. Простите, олени, мы ищем цветок. Горный эдельвейс. Или как его? Эдельвейс. Да-да, точно. Его здесь нет. Мы его видели возле волшебного озера в последний раз. Ну поспешите, скоро он увянет. Эдельвейс очень нежный. Спасибо вам. Скорее побежали к паровозу. Белочка, вези нас к волшебному озеру. Хорошо, садитесь скорее. Приехали!
Пошли спросим у лисичек. Побежали! Простите. Вы не видели здесь Эдельвейс? Может, и видели. А зачем он вам? Дело в том, что пчелы-мишки, они необычные и едят только эти цветы. Едят? Тогда его здесь нет. Не едят, Маша перепутала. Опыляют. Они у меня особенные, из Тибета. А, тогда другое дело. Вон он, за кустом у воды. Побежали! Ура! Мои пчелы спасены! Срывай его скорее! Не торопись. Его нужно осторожно выкопать с корнями, чтобы он прижился. Так. Аккуратно. А теперь домой. Приехали. Спасибо тебе, Белочка! Не за что! Маша, посмотри, как быстро эдельвейсы прижились на новом месте! Да, эдельвейс – чудо! Ты что, запомнила, как называется этот цветок? Ты же меня научил! Спасибо тебе, Маша! Ты настоящий друг! Обращайся, если что. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. Подписывайся на канал.